полностью проспали, хотели часов 9-10 встать, но, бля, после дороги сил вообще не было. Короче, мы вот здесь с пацанами упали. Мы живем как в лагере, у нас даже холодильник, телевизор. А, ты снимаешь? Привет, я же веду блог, пацаны. Кто не знал. Кто не знал, да, я это, начинающий, тот самый. Который снимает какую-то хуйню и много матерится. Смотрите, какой вид. Ой, хорошо, как здесь. Здесь тепло? Блин, давай, ты еще хочешь меня снимать здесь голым? Да что мне здесь голым снимать? Тут фотомодель нашелся тут. А? Я себя буду снимать голым. Потом телкам отправляешь. Они такие довольны. Папу Толю голым увидели. Селфи, полкист, я тебе потом фотки скину, погнали. Че, куда мы приехали? Кто будет гидом? Давай ты гидом будешь. Ну говори, где мы, че? Подписчики как будут узнавать? Горки Молл. Горки Молл. Сейчас будем завтракать. Заходим в один из крупнейших центров Красной Поляны. Потом, что ты говоришь, здесь какой-то скайбар? Ты... Надо сегодня... Скайклуб. Вот. Ночной клуб. Сегодня, если туда рвем... То если мы завтра туда, короче, пойдем, мы не сможем выйти на гору. Ты у меня на канале будешь, подруга. А добрую, конечно. Да у меня мало подписчиков. Мало подписчиков, девчонки. А канал какой? Пап Толь ТВ. Папа Толя ТВ просто. Давай запишешься. Нам дали купон. Девчонки, бля. Не, ну хотелось бы, конечно, посимпатичнее. Будете на Красной Поляне, подходите в KFC и говорите, что вы от папы Толи. И вам сделают скидку 50% на боксмастер, да? Поел, у меня появилось настроение. Не знаю, блин, охота в шапке ходить, но тогда кудрей не будет. Ни с кем я не познакомлюсь. Че, я могу сказать, что я дал первый автограф в Сочи. Хочет очки себе за 15 тысяч купить. Я с собой денег на неделю меньше взял, чем он очки хочет купить. Хотя у меня есть вся кипа. У меня есть зато друзья, которые меня вписали, встретили. Это красавчики. Встретили. Да. Я вообще не ожидал, что так будет. Если ты купишь их, я это... Тебе подожгу ночью. Подожгешь сейчас. Я тебе не пойду, у тебя голова маленькая. XM это маленький для девочек, да. Все вот именно такие, ты свою головку видел? Не, я просто бронировал. Да что, куда едем? Расскажи, куда едем, гендиректор. Не гендиректор, а на Розу Хутор мы идем, ребята. Мы отдыхающие, если они гендиректора. Просто он ехал? Вычеркни нахуй все это, блядь. Не нравится, да, тебе гендиректор? Не нравится мне, я не отдыхаю, нахуй. Гендиректор я на работе, в офисе. А здесь он нахуй. Слышишь, заговорил, Михалыч, ладно. Михалыч, ну ты не расстраивайся, я тебе спизжу маску, ты покажи пальцем какая. И сколько готов за нее дать, я ее уработаю. 50%. Давай лыжи какие-нибудь возьмем нормальные. Или что-нибудь еще. Главное, канатная дорога. Это горки гора. Нет, это гора. Это горки гор. Едем в Розу Хутор. Газпром, сейчас я тебе покажу, где Газпром. Красная Поляна. На втором этаже можно диван сидеть. На третьем диванный танец, там 2500. Куда едем? Где? Да и вот сейчас. Где это? Сейчас узнаем. Приехали за какими-то билетами. Когда? Всем же сегодня. А там приватные танцы танцуют. Не знаю. Здравствуйте, девушка. Какие планы на вечер у вас, да? Как это сделать? 8 марта. Это для девочек. Я покупаю. Красавчик. Вы будете нужны там напитки. Давайте телку лучше подгоню. Что? Определились? 3 билета. А паспорт надо? Заехали, ребята. Мы уже столько платили. Ничего не были, нигде не были, ничего не видел. Что ты несешь, да? It's my life! А где народ? Праздник вроде. Все флаги, да? Дикарь ёбаный, блядь. Нахуй со мной он поехал. Ну не покупать его надо. Не, я
Ну все, убери. И термобелье, и все. Термобелье, у меня два комплекта, могу тебе свои дать. И носки у меня есть еще. Ты тоже их хотел. И подруги есть. Главное, быстрее делайте эти все. Ну а что ты хочешь? Тебе что, 20 лет что ли? Как школьник себя не веди, нормальную возьми мужскую, черную. Да, черную. Ну такая военная была крутая, что ты ее не взял? Да я угораю, просто нежная. Ультра тонкая, ультра впитывающая, не вонючая вообще. Не, не нравится тебе? Королевские привилегии. Вот здесь можно лыжи изи вообще забрать и уйти. Изи. Какие выбирай за полцены? Ну там борт тоже стоял. Вот он, главный турист вечера. Сувенирчики, развод для туристов, да? Набор туриста. Он спрашивает, говорит, на Красной площади стоят, а я на Красной площади был всего раза два, а живу в Москве лет 20. Смотри, вот этот главный турист года. Девчонки, а можно с вами сфоткаться? Нет? Прикольно. Шестикратная олимпийская чемпионка Лидия. Ну хоть снег разгребли. А здесь похуй, здесь хуёвые олимпийские чемпионы, походу. Их просто засыпали, сказали, пизду. Получать Газпром, где, ты говоришь? Покажи пальцем, куда мы, ты хочешь поехать? Роза Хутор. А, это чисто Роза Хутор. Вот Роза Хутор, я хочу один день взять на Роза Хутор. Вот, там, и мы просто... Смотри, видишь, пик, смотри, черный есть. Что? На красный. Море. Каменный красный. Столб, может, вот каменный столб, вот. И вот, видишь, по желтой спуститься. Хуя, но ты там не спустишься, братец. Там, видишь, крестики, люди разбиваются, говорят. А, нельзя, да? Да нет, шучу, можно. Жесткие, типа, наверное. Опасно, видишь, граница горнолыжной зоны. А, нет, там граница. Покататься уже хочу, пацаны. Цена. Один день 2600 будет. На целый день. Полдня 2400. Вот, ну... Два дня по 2400-800. Можно по 2400. Ну, мы лучше разные склоны посетим. Да, да. Ну, вот это крутая фотка. Ну, и ночью. Ночью здесь где-то. О, типа... Тоже кадр поймал хороший. Почему не? 14-670. Нет, ты лучше долго выбирай, но чтобы ты доволен был. Нет, я доволен уже. Уже доволен? Ну, конечно, тебя в Сочи пацан взял, свозил. Блин, прикинь, они женские, я бы с удовольствием взял. Вот если я эту один штуку, никто даже не скажет, что она женская. Ну ты просто такой брутал вообще изнутри, что какой костюм ты не оденешь. Это мужской? Если пипирка не будет болтаться, не скажешь, что мужской, я тебе говорю. Короче, уговорили пацана не брать за 15 очки. Да не надо костюм. Мы найдем, куда бабки внедрить, только не в этот костюм. Лучше я шлюху за 8 возьму, чем вот этот костюм. Пошли. Че, ребята? Пофорсируем. Че это? Вот ты же сказал, тебя гендиректором не называть, Михалычем называть. Это отдыхающий, я понял. А мне балаклава черная еще хватает. Да? Ну одевай ее сразу, где она? Быстрее, ты че? Заберу вот этот шлем и вот это все. Все, пошли, пробьешь, да? А ты мне расскажи, как мне в своем комплекте теперь кататься. Трехрублевом. Вот и все, никто не ждет, и никто не в дурак. Да, другой тип поет. Да любит кто-то в рот, и летает в облаках ярко-желтые очки. Паникер-фантазер, тормози, в модных очках. Он говорит, главное, машину бы не забрали, походу ее нету там. Возьми, штаны будут. 3200 пытался. Уверен. Ну, как не уверен. Ну, трамплин убрал, наверное, да. Хотел на борде научиться, но не могу. Джонни-то как? А где Джонни-то, блин? Ну, это здесь не Джонни, Джонни другой чувак. Себе взял дальше. Блин, сейф дешевый вообще, 300 рублей. Нормально, может, здесь это кушать? Да? Я бы себе взял, но мне она это особо не нужна. Тебе начинаете уважать. Ну и покраснел, смотрите. А,
пошли. Уважение, так. Да достоин твоего уважения. Дожился. В 25 наконец-то. Меня хоть кто-то уважать начал. Как я жил до этого? Ну что, у меня шапка это грязная, ребят. Короче, сегодня я кого-нибудь трахну. Возьми. Если ты падаешь часто, да, то бери. Но мне защита под жопой. Защита. Бери все равно, чтобы не мокла куртка у тебя. Она дешевая же. Ну да. Синюю бери. Взял с собой двух туристов. Ничего у них нету. Все покупают. Вообще не шарят. Больше с ними каши не сваришь. Как кататься еще? Никто кататься, походу, не умеет. Че, заселились, ты рад? Нормально доехали, что Сочи встретила нас. Комфорт самый лучший, ребята. Советую. А вы... Живу за 10 тысяч, живу за 500 рублей, ничем не отличается. Здесь еще лучше, душевнее висит. Девочки уже хотят сюда заехать, но мы пока думаем. Да? Двух вписывать, не вписывать. Размутили жилье. Ну это где вчера только комнату мы выделили, чисто нашу. Вот кухня. Чистенько, кальян даже есть. Сегодня кэл взорву вечером. Ну и что вы пришли, слышь, мою комнату здесь фоткаться, бля, у зеркала. Своей что ли нету? Своей что ли нету? Едем, короче, на Газпром кататься. Вечерние покатушки. Тихо, да я упаду. Слушай, ты маленький, сильный что ли такой? Ключи бери. Я в своем дешевом костюме буду подъезжать. Но меня зато не в прокате. А я не так уж и плохо выгляжу, ребят. Ребят, не так уж и плохо. Казино Сочи, конечно, сразу привлекает народ. Еще вся такая музычка для лудоманов. И все, грех не зайти. Ехали в Газпром в столовую, говорят, здесь кормят. Даже персонал круто. Мы хотим покушать как персонал. Девчонки, возьмите меня с собой, да? Ебал я в рот, сейчас я вас буду оставлять и буду ехать нормально жрать. Еще раз, вот на камеру ты скажи. Этот меня гендиректор уже заебал, говорит, вы жрете какую-то хуйню, питаетесь не очень. Я, говорит, буду полезный, с фреши пить здесь. Морепродукты есть. Ты будешь есть рис, не доедать, дрочить по воскресеньям. И мечтать о том, чтобы тебя кто-то накормил, блядь, понимаешь? Вот, ребят, это вот тебя ждет. Тема. Здесь находится аквапарк «Галактика» с открытым бассейном, упирающим в горы. Вот. А, да ладно. Да мы поднимемся туда, сходим? Нет, сходим. Здесь это, 4000 вход, Толик, так что нормально. Ну я тебе камеру дам, ты покажешь подписчику. Мне не обязательно что дойти, я поснимаю только. Да если чего, только деньги есть, просто не так. Да все знают, что нету. Все знают, что нету. Друг, хочешь, я тебе расскажу? В Газпроме ничего бомжатского нету. Тут что, шла какая-то женщина. Глаза потерянные, хромает, лицо побитое. Походу, она где съехала, не с того спуска. Внизу есть гардероб. Здесь люди убираются. Вообще, короче, тип здесь, который здесь... Месяца 2-3 рассказывал, что здесь тип насмерть разъебался. Знаешь, мужики. Я буду здесь, мне не нужно два гида. Мне всего лишь один нужен, понимаешь? Да. И моим подписчикам не нужно два раза говорить. Они с первого раза внизу, понимают. У нас наш так называемый аквапарк. И каток. А, еще и каток. И каток здесь, да. Здесь глянь, что сзади. Надо все показывать. Марс? А это что было? Местный рассказывай, куда мы пришли, в столовую. Межгалактическая столовая. А что, зато здесь дешево? Цены более, чем в ресторане. Да? Может, мы не пойдем сюда? Да, как я вижу. Лосось на пару, 100 грамм, 600 рублей. Мы в бомжатской столовой. Вот и ешь это говно сам, понял? А я буду сейчас с большим аппетитом. Аппетит. Поели в бомжатской кухне, как сказал гендиректор. Что-то он себя рано поверил. Очки-то не за 15 взял, а за 8 всего лишь. Да, сэкономил. Понял, сэкономил. Взял тут беспонтовые просто. Пришло. Куда мы сейчас идем? За подругами. Мама пришла с ребенком и играет. Билетов больше, чем у ребенка, да? Да нет, сестра вроде. Дождь идет, сука. Ну прыгай, чё? Я снимать буду. Тебя не жалко просто.
Фирму перепиши только, животное. Телки голые есть? Я не увижу, а камера увидит. Где красота, ребят? Ты чё? У тебя камера плохая, брюки. На Марс похож. Нам вчера во сне на Марсе был. Это вылитый Марс. А, тихо, ребят. Меня кинули. Меня кинули, суки. Да стой, ты куда? Он вниз едет? Вы меня кинули, крысы. Я Марс снимал, в итоге уехал на минус второй. Зато я с тёлкой познакомился, взрослый, с мамашей. Фига, шар-то меняется. Чем ближе, тем и... небо, что ли? Что? Гендиректор. Надо тебе, да, чтобы оса ужалила тебя в яйцо, чтобы чесаться перестала. Еще лучше. Ну вы что за реклама, ребят? Ну если ты купишь шортики вот эти, я завтра в Черном море. Хочешь, скупаюсь? Я в космос хочу отправиться. Не знаю, у меня аж в глазах рябеет.